Для полного счастья человека необходимо иметь славное отечество. Симонид Киосский, 5 век до новой эры. С этим человеком был лично знаком премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Им восхищался президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт. Сталин высоко ценил его военный талант и исключительную честность, поэтому, отдав под суд, приказал сохранить ему жизнь. Гитлер мечтал о его смерти. Ему было присвоено высшее воинское звание, которого раньше не было в российском флоте. Хрущев разжаловал его и отправил в отставку, приказав забыть все его заслуги. Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 15 апреля 1956 года я был вызван Жуковым и в течение 5-7 минут в исключительно грубой форме мне было сказано, что начальство мною очень недовольно, и на флотах я никаким авторитетом не пользуюсь, что у меня крупные недостатки в судостроении. Мне было объявлено о решении снизить меня в воинском звании и уволить из армии без права на восстановление. Не зная более подробно, в чем и на основании каких данных я обвиняюсь, я могу изложить только свою точку зрения по обвинению. По вопросу начала войны мне хотелось бы опровергнуть утверждение товарища Жукова, что нельзя было подготовить части к обороне за несколько дней. Наоборот, это был его долг, и этому никто не мешал. Вопрос начала прошлой войны и неповторения чего-либо подобного в будущем – вопрос огромной важности. И его следует обсудить очень подробно и в самой высшей инстанции. Член КПСС, вице-адмирал в отставке Кузнецов. Июня 1941 года. 4 часа утра. В памяти нашего народа это утро останется навсегда. Трагедия и позор первых дней войны. В первые недели войны немцы захватили Белоруссию, Латвию, Литву, часть Украины и Молдавии. Мы потеряли 21 тысячу пушек и минометов, 3332 танка. В первый же день войны мы потеряли 1200 самолетов, из них 800 на земле. Потери убитыми, ранеными и оказавшимися в плену составили около 1 миллиона человек. Мы отступали по всему фронту. Много лет спустя маршал Жуков откроет причину трагедии.
Нам было категорически запрещено производить какие-либо выдвижения войск на передовые рубежи без личного разрешения Сталина. Не выполнить приказ Сталина означало расстрел. Но был человек, который не ждал приказа Сталина. За 4 часа 10 минут до начала войны он объявил боевую тревогу на всех флотах Советского Союза. Это был нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов. Из высших руководителей страны только он действовал так, как этого требовали последние предвоенные дни и часы. Суббота 21 июня была какой-то особенно напряженной, как перед грозой. Поступало много тревожных сигналов с флотов, и я, естественно, звонил на тот или другой флот и интересовался, в какой степени готовности они находятся и все ли на местах. Вечером 21 июня ко мне прямо с поезда прибыл военно-морской атташе в Берлине Воронцов. Он более подробно доложил все имевшиеся у него сведения. И на мой прямой вопрос, так что же все-таки эти сведения обозначают, он мне прямо ответил: это война. В тот же вечер под личную ответственность нарком военно-морского флота Кузнецов подписал шифровку всем нашим флотам. Немедленно перейти на оперативную готовность номер один. 21 июня 41 года, 23 часа 50 минут, Кузнецов. А был замечательный субботний вечер. Моряки отдыхали. В Севастополе смотрели фильм о победах русского флота. На Балтике плясали яблочко. Но приказ наркома отодвинул мирную жизнь в прошлое. Никакие другие наши войска не были так обучены и подготовлены к войне, как моряки Кузнецова. Еще 14 июня, оценив данные разведки, Кузнецов объявил флоту оперативную готовность номер два, за что Сталин назвал его паникером. Теперь готовность номер один означала приказ открывать огонь по врагу. В первый день войны мы не потеряли ни одного боевого корабля. На морских коммуникациях немцам не удалось выполнить ни одной операции. А наши моряки перешли в наступление и захватили огромный плацдарм на вражеском берегу Дуная. С первого дня войны морская авиация и флот громили порты и базы фашистов в Мемеле, Плоэште, Констанце, уничтожали вражеские самолеты. Если бы все наши генералы и маршалы так встретили войну, как адмирал Кузнецов. Кто сегодня знает о его победах? Кто сегодня помнит о нем? Он родился здесь, в Архангельской губернии, на берегах Северной Двины. В церковной книге сделана запись. У казенного крестьянина Герасима Федоровича Кузнецова и его законной жены Анны Ивановны, оба православные, родился сын Николай 11 июля 1904 года, крещен 12 июля. В 14 лет Коля Кузнецов ушел из родной деревни, чтобы стать моряком. В 16 он стал курсантом Петроградского военно-морского училища, старейшего, основанного еще Петром I. До Кузнецова здесь учились такие славные сыны России, как адмиралы Ушаков и Синявин.
писатель Даль, художник Верещагин, композитор Римский Корсаков, адмирал Нахимов. Из характеристики Нахимова: чист душой и море любит. Из характеристики на курсанта Кузнецова: очень способный, решителен, выдержан, говорит коротко, толково, командирским языком, здоров, был перегиб, изучал 2 иностранных языка. Черноморский флот. Крейсер «Червона Украина». Здесь, окончив училище, прошел Николай Кузнецов путь от вахтенного начальника до командира корабля. Всего за 6 лет. Крейсер под его руководством стал лучшим боевым кораблем всего советского флота. Сталину доложили об этом. Он вместе с Орджоникидзе приехал лично познакомиться с самым молодым в СССР капитаном первого ранга. Вот они вместе идут по кораблю. Второй за Сталиным, в центре Кузнецов. Через 3 года Сталин назначит Кузнецова наркомом военно-морского флота. Логика Сталина была точной. Командир лучшего на флоте корабля должен сделать лучшим весь флот. Сталин не ошибся в своем выборе. Что нового в Кузнецове, как в наркоме? Стало ли что-нибудь нового? Ведь наркомов много в то время менялось. И все приходили крупные люди. Люди из политики, и дипломаты были, дети государственные. Но мы, молодежь на флоте, не чувствовали их. Уход-приход. И остался вопрос. Ну, вот Кузнецов стал наркомом. А что-нибудь такое новое на флоте мы почувствовали? Безусловно. И это не мое личное мнение. Все оставшиеся в живых его сверстники подтвердят. Мы почувствовали, что к власти пришел строевой моряк. Кузнецов стал наркомом в 35 лет. Но взлет этот был опасным. Уже был расстрелян 41 человек из высшего командного состава Красной Армии, в том числе 2 наркома военно-морского флота. Но до того, как назначить Кузнецова наркомом, Сталин решил закалить его в огне. В 1936-м Кузнецов – главный военно-морской советник республиканской Испании. Сейчас эта далекая война кажется романтической и даже не страшной, но ведь гибли люди, тысячи людей. Добровольцы всего мира спешили на помощь Испанской республике. Многие советские военные приняли здесь первый бой с фашизмом. Они не знали тогда, какой долгий и страшный бой с фашизмом предстоит им на родной земле. Почти все оружие, которым воевали республиканцы, самолеты, танки, пушки, было советским, и доставляли его корабли. Это было одно из главных дел Кузнецова в Испании. Уроки этой тяжелой войны он помнил всегда. Они многое дали потом для побед советского флота. Тогда в Испании его называли Дон Николас. Среди моряков он был буквально легендой. Долорес Ибарури, вождь испанских коммунистов, восхищалась им всю жизнь. В 1938-м, после Испании,
он встретит Верочку, они проживут вместе счастливую жизнь, и она никогда не предаст его, как потом это сделают многие. В самые трудные дни войны, в 41-м, он написал ей: «Верочка, орелик ты мой, прежде всего соскучился о вас всех, но это в военное время должно держать в секрете. Скука родных – это лишения незначительные по военному времени». В тот день, когда он писал это письмо, Гитлер вызвал к себе гросс-адмирала Денница и рейхсмаршала Геринга. Он требовал немедленно уничтожить советский флот. Он был недоволен, что налеты немецкой авиации на Москву пока не давали результатов. Сталин в ответ на бомбежки Москвы приказал бомбить Берлин. Все началось с этой шифровки. Приказываю Эзель и Дага оборонять при всех условиях. 29 июня 41 года, Кузнецов. Эзель – это остров Саарем в Балтийском море. На шестой день войны Кузнецов решает, что отсюда можно нанести бомбовый удар по Берлину. Сосредоточив на острове самолеты дальней морской авиации, Кузнецов доложил Сталину дерзкий план. В начале августа возник вопрос, а нельзя ли ответить на налеты фашистской авиации нашим налетом на Берлин? Подсчитав возможности, убедились, что на пределе физических сил и материального ресурса наши самолеты могли бы долететь до Берлина и вернуться на один из аэродромов Монзунского архипелага. Операция рискованная, операция ответственная. Было доложено Сталину, и он попросил доложить ему все расчеты. Когда они были проверены, было разрешено такую операцию проводить. 8 августа 1941 года, 21 час 30 минут. Полтора десятка тяжелых советских бомбардировщиков взяли курс на Берлин. Красная армия отступала. Оставлены Минск, Смоленск, Рига. До Москвы оставалось 376 километров. А мы бомбили столицу гитлеровского рейха. Бомбили военные заводы «Сименс», «Крупп», «Фокке-Вульф», «Хенкель». Бомбили железнодорожные узлы, забитые составами с военными грузами. Это была первая наша победа. Теперь это забытая победа. Именно вот эти морские летчики 10 раз бомбили Берлин в самые трудные дни войны в 41-м. А в Берлине разбирали завалы. Геринг не мог поверить, что это работа наших летчиков. Он ведь объявил, что советской авиации больше не существует. Но главным делом Кузнецова в те дни стала война на море. Гитлер поставил своим адмиралам задачу ликвидировать советский флот, захватить все наши военно-морские базы. Против советских моряков воевали сильные противники – немцы, итальянцы, румыны. Они имели первоклассный флот и опыт морских сражений. Они были уверены, что будут господствовать на море. Но Кузнецов поломал эти планы. Советские моряки уничтожили за время войны 1490 кораблей фашистов, потопили 48 подводных лодок. Немцам не удалось высадить ни одного морского десанта, а наши моряки высадили 120.
Ни одну советскую военно-морскую базу немцы не смогли захватить с моря. Редкие фотографии сохранили нам облик наркома в годы войны. Все они сняты на кораблях, на передовой. С первых дней войны Кузнецов возродил морскую пехоту. Создана она была впервые в мире в России Петром Первым. Но самую громкую славу она добыла в сражениях Великой Отечественной войны. Немцы называли морскую пехоту Кузнецова «черной смертью». Они наводили ужас, казались несгибаемыми и бессмертными. За всю войну они ни разу не отступили. В начале Второй мировой войны Англия и Америка создали коалицию великих держав против Гитлера. После нападения Германии на СССР наша страна становится главным членом этой коалиции. У Кузнецова появились дипломатические обязанности. Вот он вместе с Молотовым встречает Черчилля и Рузвельта. Смотрите, как почтительно американский президент подает руку советскому наркому. Нарком, кстати, свободно говорил на 4 иностранных языках. Кузнецов отвечал за перевозки военной техники, стратегического сырья и продовольствия, которые Советский Союз получал из Америки согласно закону о ленд-лизе. Путь морских караванов союзников в Мурманск был долгим и опасным. Иногда они несли чудовищные потери. В июле 42 года только в одном таком караване ПКУ-17 из 36 судов немцы потопили 24. Иностранные моряки знали, надо только добраться до мыса Нордкап. Там им помогут русские, там их прикроют моряки Кузнецова. Ленд-лиз – это 13 тысяч танков, 501 тысяча автомобилей, 18 тысяч самолетов и еще. Это тысячи тонн продовольствия, молибден, алюминий, броневая сталь, которые так нужны были нашим военным заводам. Вот эти люди были нашими союзниками и помогли нам выжить и победить. Закончилась война. Наша победа в ней оплачена миллионами жизней. Русских, украинцев, белорусов, узбеков, грузин, киргизов, татар. Всех тех, кто был великим советским народом. Что бы сказали они нам сегодня, если бы видели, что с нами сейчас происходит? Потсдам. Весна 45-го.
генералиссимус Сталин. Президент США Трумэн и премьер-министр Великобритании Черчилль. Они встретились, чтобы решить судьбу послевоенного мира. Кузнецов решал там судьбу фашистского флота. Вот он, справа от Сталина, третий. Когда встал вопрос между главами делегаций о делении немецкого трофейного флота, то заменивший Рузвельта Трумэн сидел и молчал, в то время, когда Черчилль и глава советской делегации Сталин очень сердито полемизировали, стоит ли делить немецкий флот на три равные части. И я, признаться, никогда не видел такими рассерженными и Сталина, и Черчилля. Если Сталин все-таки до конца был выдержан и сидел, то, помнится, Черчилль покраснел, встал и доказывал свою правоту. И когда вопрос, казалось, подходил, дело заходило в тупик, и не было иного решения, я предложил решить окончательное деление, кому принадлежит какая часть, жеребьев. Против этого не возразили, американец улыбнулся, согласился, англичанам ничего не оставалось, как тоже пойти на уступки. И мы приняли решение, что немецкие корабли разделить приблизительно на три равные части, а чтобы никому не было обидно, кому какую часть А, Б, С или там X, Y, Z решить жеребьем. Так и было решено. Кузнецов был в Потсдаме вместе с маршалом Жуковым. Оба они решали там военные вопросы, но их личные отношения начали ухудшаться. Незадолго до этого Сталин присвоил Кузнецову звание адмирала флота Советского Союза, уравняв его этим с Жуковым. Вряд ли Сталин знал тогда, какую роль это сыграет в судьбе Кузнецова. Но Сталина это уже не очень интересовало, ведь войну выиграл он, и только он. А их можно было уже убирать. Кузнецов не боялся возражать Сталину, когда считал это нужным для дела. И меня поразило, что стиль разговора Кузнецова с высоким весьма членом правительства, членом ЦК, членом Политбюро, был такой, каким он был и на флоте, как он разговаривал с нами, с подчиненными. То есть он возражал, выступает большой крупный наш государственный деятель, а Кузнецов говорит: нет, вы не правы, я просто замер, когда такое слышал его возражение. И объясняет, почему не прав. Причем объясняет правильно, с ним соглашается. Я почувствовал, что Сталину это нравилось. Он и Сталину говорил: нет, это не так. Или лучше сделаем так. Но настал момент, когда Сталину это перестало нравиться. Так адмирал Кузнецов был перемещен из кабинета главнокомандующего военно-морским флотом в зал военного суда. Дело о парашютной торпеде, якобы незаконно переданной англичанам четырьмя нашими адмиралами, слушалось на закрытом заседании, без участия и защиты. В ночь на 3 февраля 1948 года огласили приговор. Степанову 10 лет, Алафузову 10 лет, Галлеру 4 года. Кузнецова не посадили, но понизили в звании до контр-адмирала.
Но Сталину трудно было обойтись без Кузнецова. Через 2 года он снова на трибуне Мавзолея. Он восстановлен в звании. Он снова главнокомандующий военно-морским флотом Советского Союза. Когда я увидел Кузнецова, то трудно сказать даже, какое на меня он произвел впечатление, потому что я видел в этом человеке настолько большую фигуру, настолько недосягаемую моему, так сказать, воображению, а тем более моей оценке в то время, курсантом, когда я был, что я просто смотрел на него, как смотрят, вот как мы смотрели на портрет Ленина, как мы смотрели на Сталина. Но Сталин вскоре умер. Стоявшие у его гроба высшие руководители, конечно, знали о репрессиях. Ведь и их жизнь часто висела на волоске. Но они знали также, что Сталин принял страну с сахой, а оставил с атомной бомбой. С ним победили в войне. Новый вождь, задумав обогнать Америку и построить коммунизм, нанес такой удар по военно-морскому флоту, который и не снился немецким адмиралам. По приказу Хрущева новейшие боевые корабли резали на металл. Кузнецов, в отличие от многих, с такой мудрой политикой не соглашался. ...29 октября 1955 года в Севастополе взорвался линкор «Новороссийск». Погибла большая часть экипажа, 611 моряков. Министр судостроительной промышленности Малышев, возглавлявший правительственную комиссию, сделал вывод: причиной трагедии явилась немецкая донная мина. Но в секретном протоколе было записано: возможно, это диверсия. После подъема корабля многие специалисты склонились именно к этой версии. Адмирал Кузнецов тоже считал, что вариант диверсии наиболее вероятен. Новороссийск был во время войны итальянским линкором Джулио Чезаре. Мы получили его в качестве трофея по жребию, который достался адмиралу Кузнецову в Потсдаме. Для итальянцев это был, конечно, позор. Но именно итальянцы имели самые совершенные торпеды, управляемые подводными диверсантами. Они были организованы в специальное подразделение итальянского флота, 10-ю флотилию МАС. Руководил ими князь Валерио Боргезе. Во время войны они потопили десятки кораблей, и 2 из них в Черном море, в Севастопольской бухте. В момент взрыва Кузнецов уже несколько месяцев не командовал флотом по болезни. Он возвращался в Москву после лечения. Но повод для расправы был удачным. И маршал Жуков подписал приказ об отставке Кузнецова, разжаловав его до вице-адмирала. О Новороссийске в приказе не было ни слова. Что касается взаимоотношений Жукова и Кузнецова, и в том числе, как ходят такие, так сказать, разговоры о том, что Жуков подписал приказ об увольнении Кузнецова, это не совсем соответствует действительности, потому что сам Жуков не имел таких полномочий. Это нужны были полномочия первого лица государства и Политбюро.
Поэтому Кузнецова снял не Жуков. Но приказ министр обороны действительно издал и должен был издать в соответствии с постановлением Политбюро. Поэтому сняли Кузнецова высшие политические руководители. Убеждение у меня было всегда в невиновности Кузнецова. И в расправе над ним, прежде всего, Хрущевым, значит, который возглавлял в это время страну. Если бы в жизни было так, как на этой фотографии, сколько бы выиграло Отечество от взаимного уважения и дружбы этих двух великих людей. Кузнецов оказался в отставке в 51 год. Он еще надеялся, что его позовут создавать новый флот, о котором он мечтал. Он ждал этого весь остаток своей жизни. За годы службы Кузнецов был дважды контр-адмиралом, трижды вице-адмиралом, носил 4 звезды на погонах адмирала флота и дважды имел высшее воинское звание на флоте адмирал флота Советского Союза. Похоронили его все-таки на Новодевичьем кладбище, рядом с церковью Николая Угодника, покровителем моряков. 18 лет добивались моряки его реабилитации. Добились, наконец. Теперь на памятнике написаны все его должности. И звания, которые ему вернули посмертно. Адмирал флота Советского Союза. Жизнь адмирала Кузнецова – редкий даже для России пример неблагодарности государства. Наградил Бог Россию воистину великим моряком, наделив его достоинствами многогранными по глубине мышления, по масштабам намечаемых задач, по мечтам о грядущем величии Отечества. Его можно поставить в один ряд с графом Потемкиным и адмиралом Ушаковым. Флагманский корабль российского флота носит теперь его имя. Корабль этот был сначала авианосцем Тбилиси, потом авианосцем Леонидом Брежневым, и вот теперь он адмирал Кузнецов. Наконец-то заслужил великий русский адмирал нашу благодарность. Осталось вспомнить и выполнить его заветы русскому флоту.